Опа! Это кто такой? А благодаря тебе мы смогли взять это здание под контроль! Присоединяйтесь к своим собратьям! Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть в игрушку под названием «Это не мой сосед». И тут у нас... выкатили обновление. Обязательно поставь лайкосик, залетай в Телеграм, это очень важно, потому что непонятно, что с ютубчиком там в дальнейшем будет, чтобы связь не потерять. Короче, друзья, что за обновление? Два новых режима. Итак, какой-то бесконечный режим. Best, нолик пока что. А, вроде как ачивки, кстати, еще добавили, но пока что к ним мы чуть попозже перейдем. Компания, ребята! Ну это, слушайте, это просто офигенно. Итак, игра сохраняется в конце каждого дня. Если сосед выбыл, то в последующие дни он не появится. Ничего себе. Если в квартиру проникнет двойник, он затрямсает соседей по соответствующей квартире. И еще компания длится 7 дней. Слушайте, это просто офигенно. Начинаем. Начинаем, друзья. В общем, берите что-нибудь вкусненькое. Газетка. Газетка, смотри-ка. День первый. А что у нас тут? Ну, как всегда, работаем швейцаром в жилом комплексе, расположенном в центре города. Требования нет. Зарплата минимальная. Для получения более подробной информации обращайтесь в DDD. Хорошо, новая компания, да. Погнали. Погнали, друзья. В принципе, а чё бы и нет. 7 дней! Ты представляешь? Приветствуем и поздравляем вас с новой работой. Все. Все, начинаем, друзья, трудиться, работать. Интересно вообще, а каких-нибудь новеньких двойников мы с тобой увидим или нет? Вот, вот это самое интересное. Погоди. А, не-не-не, все вроде бы нормально, сестры. Окей, дружище, здорово. Так, я, ага, Пичман, ну привет, ну привет. А, у нас, если что, 1955. Угу. Тут у нас все соответствует, все хорошо. Альберской. Так, я могу, конечно, позвонить. Погоди, стоп. А мне вот интересно кое-что проверить, дружище. А, смотри, там было написано то, что если двойник залетит... он заменит, он как бы не нас затрямсает, а затрямсает... Стоп, 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 мадам, мадам! А затрямсает, в общем, соседа. То есть... мне вот интересно, а что-то произойдет? Так, давай, 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 давай. Да проходи, знаешь, а мы сегодня серию просто на лайте. Просто на лайте пройдем. А, именно... просто, простенько. Всех пропускаем. Давай, давай, поглядим, что произойдет. Прикинь, мы первый день не сможем. А так интересно. Неужели 7 дней подряд мы просто будем пропускать? Замечательная работа. Итак. Опа, опа, опа. Что у нас тут? Итак, новости. Вчера из-за двойников погибли любимые жители города. Ах ты, блин, двойнички. Ну что ж такое-то? Краткое содержание дня. Двойники, которых вы впустили, затрямсали соседей. То есть, погоди, а чё будет, если мы всех впустим? Соседей вообще не останется? Две сестрички. Ну, все, ребята. Слушай, шикарная работа. У меня просто шикарная работа. Ох, блин. Вообще ничего не слежу. Никого не останавливаю. Типа, залетайте, заходите. Денежку главное, что мне платят. Я в телефоне что-то там смотрю, квасочек попиваю. Все, отдыхаю. Офигеть. Замечательно. Пока что, знаешь, прям таких явных двойников я не вижу. Но все равно, видишь, какой-то двойник там был. Я потому что уже... Когда? Какой? Когда мы последний раз-то играли? Погоди.
Вы это не мой сосед. Опа, ну это... Ну погоди, тут уже две этих прошло, тут 100% двойник какой-то. Ну куда ж вы, мадам? Так, этот дядька вроде как был. Эй, залетайте, залетайте. А может просто... Может просто сегодня день сестер и братьев? Потому что реально две сестры, потом у этих две тоже сестры. И два брата. Итак, ладно. Друзья, что ж... А, ну понятно, краткое содержание. Все точно так же. Угу. День третий. Замечательно, великолепно просто. Продолжаем нашу работу. Не, на самом деле это прикольно. Вот главное, чтобы, знаешь... О, что-то он говорит. Угу, середина недели, да, приближается. Хорошо. Как все прошло? Надеюсь, хорошо. Конечно, очень хорошо. Если честно, работа не пыльная. Вот сегодняшний список, увидимся. А, хорошо. Вообще отличная, замечательная работа. Нет, ну это правда. Мы чисто... Ребят, я очень надеюсь, что будет какая-нибудь ачивка. Сомневаюсь, что прям концовка будет, но ачивка должна быть. По этому поводу. То, что, скорее всего, вообще соседей не останется. Одни двойники будут жить у нас. И надо будет потом еще запилить серию. Но это уже... Слушай, это, наверное, уже после того, как мы нормально будем проходить. Мы, я думаю, нормально пройдем серию следующую. А потом уже чисто никого не впускать. Вообще никого не впускать! Это даже, наверное, будет интересней. Чем сейчас. Но я постараюсь, друзья, побыстрее все это записать. А также поставьте лайкосик, ребята, чтобы серии быстрее выходили. Но эта игрушка прикольная. Мне вообще нравится. Слушай, мне кто-то там написал, сказал, что якобы уже на телефон она есть. Да правда? Я что-то даже не проверял. Или она сразу же была? Я как-то пропустил, короче, этот момент. Вышла она, ребят, на Android или нет? Ну, я после видосика загуглю, конечно. Посмотрю. Ну, если что, напишите. Может, забуду просто. Итак, как всегда, не пыльно, хорошо. Вот такой усатый дядя, день четвертый. А вот уже и пятый день. Погнали там. Потом и шестой, седьмой. Следующий день. Угу. Так. Вы выглядите измотанным. Если у вас есть проблемы со сном, помните, что вы всегда можете воспользоваться услугами психолога. Сегодняшний список. Увидимся завтра. Ох, и не говорите, я настолько измотан. Ну ё-моё, люди тут всякие шастают, а? Двойники еще иногда тоже пробегают. Меня, правда, не трогают. Всегда вроде как меня первым трогали, да? Ну ты помнишь, там если один день выбирать, классический режим, всегда на нас сначала атака идет, нас трямсуют в первую очередь, а потом уже, возможно, соседи, я не знаю. Там продолжение и... Замечательно, опять две сестры. В общем, все проходят как надо. Угу. Ой, вот эта девушка интересная, то, что у ней два разных глаза. Гетерохромия вроде как-то так называется. О, еще одна. Ну, это сестры. Близняшки. Вот. Мне просто понравился тот день. Чисто все один в один. Братья и сестры. О, какой. В списке не был, кстати. Дяденька, ну что ж вы тут? Ну тут полюбас несколько двойников. А нам в газетке вроде как пишут... А, так нет, там несколько двойников, но возможно только одного трямсуют, да? Ну-ка... Угу. Понятно, понятно. Дорогие соседи, город вчера потерял... Да... Понимаю, понимаю. Так, следующий денечек, друзья.
рекорд там. Я не знаю, тут спокойно можно рекорды устав... Опа! Это кто такой? Я должен сказать спасибо тебе. А благодаря тебе мы смогли взять это здание под контроль! Дальше будет город, затем штат, страна! Присоединяйтесь к своим собратьям! Нифига! Вот это было очень круто, друзья! Вот это на самом деле очень круто! То есть мало того, что ачивка... Как я и просил, так еще и концовка и новый двойник. Я такого раньше не видел. То есть это босс, главарь их. Чисто представляешь, весь дом они захватили. Так, погоди, куда там надо заходить, я уже забыл. Ачивки. Давайте, кстати, посмотрим, сколько у меня вот тут нет ачивочки. Выжить 40 игр, захватить 100 двойников. 100, понятно, понятно. Открой свои глаза, вторая страничка. В общем, видишь, мы тут много чего получали, понятно. А 15 дней выжить в бесконечном режиме, 7 дней. Так, какая-то концовка, в общем. О, Генри. Ой-ой-ой, погоди. А сколько тут концовок-то и коллектор? Ну, это, конечно, будет сложновато. Слушай, это очень круто. Это прям, друзья, очень-очень круто. В общем, на сегодня все. Представляешь, сегодня такой коротенький ролик, но завтра, я думаю, выйдет еще одна серия. По-любому. Обязательно поставь лайкосик, залетай в Телеграм. Бай-бай, дорогой братишка.